приглашение на ужин в ресторан «Зеленый попугайка». Да, она покидает сына и прощается. Да, кажется, она находит свое счастье с этим влюбленным котенком. А ты снова сегодня грустишь, мой брат? Я не могу пойти туда с такой тяжестью. Мои будет ждать, но мы не можем ее обманывать. И потом, сегодня последний день, завтра, сегодня последнее выступление, завтра мы покидаем этот город, и ты забудешь все свои вещи. А? Что бы я без тебя делал? Что бы делал? Был бы веселый и счастливый. Ай, это папаша Пинелли виноват, что не уберег своего бомбина.